Скоро няня придет! А мы уже подготовились. Игрушечная мышь ждет свой выход. Ня-н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 я. Мия, быстро успокойся. Нейт, ты видишь то же самое, что и я? Ага. Ну что, детишки, няню заказывали? Лучше помолчите, если не хотите увидеть мои зубы. Чудище! Ты чудище! Нет, я просто вампир. Класс! А ты что, меня не боишься? Неа! Давай играть! Играть, играть! Давай потом, мне еще нужно с твоей мамой поговорить. Ура! Ура! У меня няня вампир! Вампир! Няня вампир! А куда она делась? Няня, меня зовут Ева. Очень приятно. Ева, я вижу, вы очень добрая. И вы ведь только школу закончили, да? Ну да. Вот на каникулах решила прийти к вам работать. Ведь очень люблю детей. Мне так повезло, что вы приехали. Ведь у меня 5 детей. Сама я точно не справлюсь. Ну все, пока-пока. Мам, не уходи. Давай мы с тобой поедем. Мы тоже! И я! Да хватит! Я что, не могу один раз с подругой встретиться? Мама! Да что ж такое? Ева, заберите детей! Так, все, я побежала. А, и еще одно. Познакомьтесь с дворецким, он вам все расскажет. Все. Пока. Не переживайте, все будет хорошо. Нет, вам не будет хорошо. Если что, я вас всех люблю. Что-то я проголодалась. Суши и кровавый соус. Что может быть лучше? Отойди, я буду завтракать. Останови, останови, останови! Ты точно будешь это кушать? Знаешь, а соус с каким вкусом? Кровавый. Что? Соус называется кетчуп. Мия, ты мне мешаешь. Нянька, Ева, поиграй со мною, поиграй со мною, поиграй, 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 поиграй. Ой, Гаша, ты противная. Еще. Тебе реально не страшно? Не-а. Ладно, давай тогда тебе еще кровавого сока налью. Няня, ты супер! Нет! Мия, не пей это! Вкусно! Нина, ты тоже хочешь сок? Не переживай, сестренка, я тебя в обиду не дам! Мистер Крис, вы спите? Ау! Ау! У нас беда! Да чё вы вообще шепотом? Это не его комната, это комната нашей мамы. Точно! Дворецкий, а ну быстро просыпайся! Чего надо? Вы не видите?
Я отдыхаю. К нам пришла няня! Вот и отлично. Дайте поспать. Рис, мы тебя уволим, если не встанешь. Как уволите? Какие вы неблагодарные! Я вам пеленки в детстве менял! Какое детство? Ты у нас месяц работаешь! Нет, мне так не нравится! Смотрите, что-то красное! Кровь! Ты тоже вампир? Тебя уже превратили! Че, совсем уже? У меня ручка протекла, наверное! Фух. А я думала, ты, того, вампир. Вампиров не существует. Хватит вы меня страдать. Ходите. Сейчас как разрисую стену. А со мной никто не хочет играть. Не выйдет, я с тобой слежу. Эй, это был мой рисунок, и ты не хочешь со мной играть! Эй, а ну перестань! Фух, это было нелегко. Капец, ты быстро! Мистер Крис, она тут, на твоей двери! Я законный выходной! У нас дома вампир! Где? Где? А вот и я. Я няня. Вампир! Никакого вампира не вижу. Переодели няньку в костюм и решили меня напугать. Ничего не выйдет. Мистер Крис, вы куда? И дает твой брат. Решил меня подставить. Няня, а может все-таки поиграем? А теперь следи за рукой. Вот, смотри! Мне страшно, где все? Милли, ты чего? Я не выйду отсюда. Не выйду, я не хочу еще раз в обморок упасть. Девчонки, я тут кое-что придумала. Нам надо избавиться от этой няньки. Я за. Я уже готова. Не, все намного проще. Давайте просто наберем маму и все. Мама не берет трубку. И что делать? Я уже не могу! Я прочитала в интернете, что вампиры боятся чеснока. Так кто ж его любит? Еще они не любят серебро. Солнечный свет. И громких звуков. И что это нам даст? Не поняла! Да не тупите! У вас что, одни мозги на двоих? Это все нам поможет убрать ее. Идея очень крутая. Это вы? Кто выключил свет? За нами следят! Куда же я его дела? Блин, где этот телефон? Стоять! Быстро опустил пакет и отошел. Ой, а как вы поняли, что это я? Я ведь читаю мысли людей. Правда? И ты хотел сегодня на свидание пойти с Элис. А, нет, не читай мои мысли! И еще, у тебя есть вторая девушка, Кесси. Хватит, я не разрешал ковыряться у себя в голове! Фух, хоть полы могу помыть в тишине.
Фух, устал. Устали кушать чипсы, да? Нянька, мой полы молча. А вы с дивана встаньте, мне под ним нужно телефон найти. Да сейчас, потом поищешь. Все в порядке, я и так посмотрю. Как ты это сделала? Ты что, вампир? Ха! Жаль, что их не существует. Еще чуть-чуть! У тебя сейчас штаны порвутся. Няня, няня, дворецкий, смотрите, я тут украшение нашла. В комнате стырила. Серебро, убери это, убери. Ой, а вы неплохо вместе смотритесь. А давайте сыграем свадьбу, ура! Мия, у тебя вообще-то тихий час. Да. А у вас время готовить детям обед. Нейт, ну где ты там? Шевелись быстрее! Тина, что ты там задумала? Можно как-то предупреждать? Мы с Милей и Билли прочитали, то, что вампиры боятся громких звуков, и у них болят от этого уши. А, так с этого надо было начинать. Пора уже избавиться от этой няньки. Миссия уничтожить вампира начинается! Кто будет мне мешать, тот почувствует остроту моих ногтей. Тише ты! Хорошо, врубай давай. Хорошо. Не поняла. Откуда звук? Блин, что-то не работает. Сейчас громче сделаю. Нет, только не это! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Что это такое? Нэй, доставай телефон, снимай видео! Идея супер! Нэй, Тина, что вы делаете? Ничего, музыку слушаем. Вы же няне делаете больно. Это что такое? Мелкая, отдай колонку и вали отсюда! Нет, я буду с няней! Она хорошая, а вы издеваетесь! Тина и Нейт, теперь держитесь от меня подальше. Или вам? Конец! Она вампир, Мия, ты что не видишь? Эта нянька очень опасная, и мы хотим от нее избавиться! Хм, ну, ничего не выйдет. Я тоже хочу поиграть в догонялки! Стойте! Милли, за что тогда спать? Даже мелкая сегодня отказалась это делать! Я только расслабилась! Не хочу ходить по дому, пока там это чудовище! Стопэ, что это у тебя на шее? Что там? Сейчас увидишь! Посмотри в зеркало. Ну и что? Ничего нет, кроме каких-то двух точек. И? На что эти точки похожи? На укус вампира! А-а-а! Укус вампира! Тебя укусила эта нянька! Все, капец! Нет, ну за что? Я хотела еще пожить, но нет! Что делать? Мне... Пора писать завещание! Сестренка, что ты такое говоришь? Я тебе отдам все мои кофточки и юбочки! Зачем? У нас же все вещи одинаковые! Билли, заткнись! Мне конец! Могла бы хотя бы поддержать! Мне так плохо! Мне кажется, у меня отказали ноги! Я превращаюсь в вампира! Милли!
змеи превращаются? Так это не укус, это нарисовано! Ага. Милли, чё ты валяешься? Вставай! Ой, кажется, показалось. Если дальше будете пытаться от меня избавиться, то вам хана! Пошли к остальным, актриса недоделанная. Сори, это самовнушение, походу. Теперь в свой выходной вынесу все бабки из этого дома и свалю на Мальдивы. Бабки, наконец-то они мои! Мистер Фрис, что делаете? Чё-чё, бабки воруют? Чё? Мия, это ты? Какие деньги? Признавайся! Да я шучу! Я вот пришел взять деньги тебе на подарок! Ура! Тогда я хочу куклу, конфеты, целую коробку мороженого и... Эй, мистер Крис, вы где? Забыл сказать, вы говорили, я не вампир. Так это, она задумала кое-что ужасное. Она хочет вас превратить. О, нет! Повелась. Пока они будут разбираться с нянькой, я свалю. Так, сейчас мы будем делать улики. Опять что-то придумала. Зачем нам телефон? Мы будем фоткать все, что делает нянька. Потом покажем дворецкому, он нам поверит и поможет. Обожаю запах пыли. Прям как в моем вампирском склепе. Надо еще картины протереть. Блин, она же сейчас будет возле нас протирать. О, придумал! Ну, вроде бы чисто. Какая гадость! У меня в носу моющее! Эй, как противно! Я думала, что няня хорошая. Ну и где этот полицейский? Уже куча времени прошло. Походу, надо самим все делать. Нейт, ты идиот! Да тише вы, у меня кое-что есть. Вот, держи. Будем бороться с вампиром. Ну, хорошо. А мне... Я тоже хочу... Ты что, забыл про меня? Мия, ты что? У тебя волшебная игрушка. Она круче всех бит. Ого, круто! Ну, девчонки, приготовились. Я боюсь темноты. Может, включим свет? Нет, так мы отпугнем вампира. О, идет. На счет три. А что такое три? Может, кто-то знает, а? Погнали! Вот, блин, я все пропустила! Я с вами! Попалась, нянька. Кажется, мы справились. Это все моя крутая игрушка. Ой, а это не няня? Да тут никого нет! Что происходит? Это стрёмно! Ну что, описывайте вашу няню. Наша няня вампир. Ее нужно посадить. Мы уже не выдерживаем. Моей сестре очень плохо. Офигеть, мы же одинаковые. Как вас ваши родители различают-то? Да, наша мама нас всегда путает. Это так бесит. Милли, замолчи. У нас няня вампир. Ведите няню. Я посмотрю и оценю ситуацию. Только для начала укусите меня пончиками. Блин, он так съест все пончики. Ничего, главное, что он нам поможет. Откуда ты, летучая мышь? Слышала, кто-то звал няню? А вот я. Видите? Она вампир! Ребят, кажется, вы меня обманули. Вы что? Она только что превратилась из мыши!
Вполне нормально, адекватная няня. Все, я пошел. До свидания. Ну что, думали, вам поверят? Что это такое? Нам никто не верит. Ну что, эти малявки в таком шоке? Да уж, классно ты придумала. Заодно и проучить их можно. Спасибо за помощь. Уйди! Уйди! Уйди из нашего дома! Нечисть! Уберите! Уберите сейчас! Нет! Хватит тебе тут тусоваться! Уйди! Уйди! Ах, вы однолицые! Я не хочу больше сидеть с этой няней. Главное, чтобы не заметили. Мистер Крис, а вы куда собрались? Я это, на улицу воздухом подышать. С портфелем? Ну да, там мусор, за мной выкину. Мистер Крис, ну почему вы нам не верите? Наша няня вампир, а все бомбик! Тина, я верю, верю! Но мне сейчас пора! Правда? И вы будете с нами ее выгонять? Мама? Нейт, мама звонит! Быстро бери трубку! Ну что ж, детишки, до свидос! Я больше с вами не увижусь! Мам, если ты не приедешь, мы, возможно, больше никогда не увидимся. Все, спокойно, я через час приеду. Да. А где мой подарок? Какой подарок? Ты обещал мне купить все, что я захочу. Иди давай отсюда. Что у тебя в рюкзаке? Ничего, Мия! Отдай! Ты врешь! Там деньги, да! Ты вор! Ты вор! Вы меня достали! У меня уже нет сил работать в этом доме! Тупые дети! Нэй, держи его! А ну стоять! А теперь не стоять! Еще один шаг! И эта присоска прилетит тебе прямо в лоб! Помогите! Свидос! Няня, спасай! У нас дома вампир и вор. Милли, не плачь, мама скоро приедет. Мистер Крис? Если что, вы меня не видели. Дети, я вас спасу. Что это такое? О, нянька. Значит так, забирай этих одинаковых. И не мешайте мне! Я все равно свалю отсюда с вашими бабками! А сейчас будет сюрприз. Няня? Подождите, еще кое-что.
Теперь готова. О, нет! Зачем укусила? Я не позволю обижать детей, а ты теперь навсегда станешь вампиром! Нет! Нет, не хочу! Нет! Няня Ева, ты лучшая! Ты нас спасла! Нас хотели обокрасть, а ты нам помогла! Спасибо большое, няня Ева! Обращайтесь! Няня Ева, спасибо тебе огромное! Я всегда знала, что ты не злая, а добрая. И нас простите. Мы хотели от тебя избавиться, а надо было от мистера Криса. Ну что ж, главное, что вы все поняли. И, надеюсь, мы подружимся. Что теперь? Что у вас тут происходит? А? Мамуля! А у нас все хорошо. Как хорошо? А зачем я тогда приехала? Вы звонили и говорили, что няня издевается над вами! Да не, мам, няня хорошая. А, миссис Китти, это, наверное, детки так баловались, да? Ага. Какой ужас! Отвлекли меня от важного дела! А знаете, мне как раз нужно уехать по важным делам. Хорошо, что вы вернулись. Няня! А как же мы? Кто будет нас пугать? Держи. Пусть эта игрушка будет напоминать тебе про меня. Это что получается? Нам теперь нужно будет искать новую няню. А как это? Ничего не пойму. Синди, как же хорошо, что вы меня выручили и согласились посидеть с детьми. Ой, а где же ваши карапузы? А детишки, все сюда! Знакомьтесь с новой няней! Привет! Мы близняшки Милли и Билли. Ого, как здорово! А я Дина, а сзади Нейт. А мелкая на горшке, она потом подойдет. Ну, я тогда пойду, а вы тут веселитесь. Чё стоим? Вы жрать будете или нет? Это что? Ты чё, слепая? Каша! Я не хочу такое! Она ужасно воняет! Фу! Это не еда! А вы точно няня? Вы что, офигели? Раз не хотите, тогда взяли тряпку и пошли убирать свои комнаты. Вы что делаете? Заткнись! Быстро по комнатам, а я пошла сериальчики смотреть. Кто тебе разрешал есть чипсы? Уходи! Ты не будешь моей няней! Тебя никто не спрашивает! А ну быстро делать уроки, мелкий таракан! Какие уроки? Я сам не хожу! Я тебе неясно сказала! Убери пылесос! Он меня засосет! Иди сюда, я сказала! Короче, все помнят, как злилась наша няня вампир. Ну да, клыки выставляла. Вот и мы так сделаем. Как это? А ну подошли сюда! Что за чудовище? Тихо, нет! Весело? Няня вампир! Ура! Ты вернулась! Ну, конечно! Я же очень соскучилась! Мы тоже! Слушайте, а может вечеринку устроим? Да! Ну, тогда нам будет
вампирском стиле. Няня Ева, а может ты нас все-таки превратишь, ну, чтобы мы по-настоящему стали вампирами? Нейт, не торопи события. А то молодежь на вечеринку. Я хочу танцевать! Это томатный сок. Эх, ну ладно. Няня Ева, мы хотим сделать вам подарок. Вау, и какой же? Вау, для меня еще никто и никогда не делал таких подарков. Теперь я смогу там жить. Спасибо вам огромное. Ой, кажется, наша малышка уснула. Ну, тогда пора заканчивать нашу тусовку. Нет! Куда заканчивать? Я буду танцевать до утра! Не могу еще раз. Ну, Почили. Какой ужас. Все супер. Птичку. Жалко. Хорошо, сделай, придумай себе другую. Это старый прикол, Сань, ты ж понял? Какой прикол? Старый. Не смотри так, пожалуйста, так смотришь. Сейчас в комментариях.